Всем доброго дня. Сегодня у меня BQ Aquarius 10. Менять будем дисплейный модуль. Так, что тут у нас нового? Достаем сим. Больше ничего. Помятый телефончик. Так, крышка. Как будем снимать крышку? Крышка у нас на клипсах. Не люблю эти телефоны. Хотя последние модели вроде бы и ничего. В прошлом году намучились с ними. Множество версий. Недоработанные, недоделанные. В этом году менял несколько штук. Ну, вроде бы проблем не было, но все равно осадок остался. Так, шлейф вижу. Такая заглушка. Отстегиваем палец. Дисплейный модуль. У нас идет один шлейф, тач у нас застегнут сюда, все заклеенное, с виду качество неплохое, подсветка не заклеенная, надо будет ее заклеить. Так, разбираем крышку верхнюю. Обращаем внимание на винты. BQ любит менять размер винтов, поэтому обращаем внимание на это. Пока все одинаковое. Так, смотрим. Как подлезть к разъему. Снимаем крышку. Вместе с антенкой. Включаем аппарат. Это нужно было сделать сразу. Батарея. Отстегиваем разбитый дисплейный модуль. Подстегиваем.
новый. Заклеим сразу разъем подсветки. Дисплей, батарея, включаем аппарат. И ждем загрузки. Долго грузится, товарищ. За это время можно было снять дисплейный модуль. Но неужели подгрузился? Достаточно чувствительный тач. Думаю, все нормально. Включаем батарею, дисплей. Кидаем на сепаратор. Так, давайте посмотрим. Здесь он шлейф идет под батареей. Опять первый вопрос, который возникает, насколько сильно приклеена батарея. Можно ли ее отлепить сразу? Да. Ну. Да, выходи наверх, где мы ждали, там жди, короче, его. Наверху возле лифта, давай. 6:30. Так, батарея. Просто ее снимаем, очень легко снимается. Приклеена на два маленьких, на три маленьких двусторонних скотча шлейф дисплейного модуля. Ну, в общем-то, все просто. Ставим дисплей на сепаратор, ждем. Сепаратор у меня разогревшийся. Так, пару слов. Дисплейный модуль
я купил за 33 евро стоит. 33 евро его цена. Ну, меняю за 55. То есть двадцатка сверху. В принципе, у нас это нормально. Ни много ни мало. Такая, как бы сказать, такса. Вот там уже нужно смотреть, конечно, по клиентам, по телефону, по настроению. Снимаем. Бумажки защитные двустороннего скотча. Вот. В общем-то, ничего нового, обычная бюджетка. Так, дабы не пришлось ставить на паузу, смотрим. Ну, в общем-то, дисплейный модуль у меня разогрелся, 100 градусов стоит. Я думаю, можно снимать. Слабо он упал. Да и вообще, судя по рамке, жизнь его потаскала. Так, спасать мы его не будем, поэтому просто отрываем его. Тут, видите, на оригинале еще металлическая рамка стоит. Вот. Заклеено все тоже. Но это оригинал. Снимаем остатки стекла. Так, здесь у нас прокладка на камеру переднюю. И передний динамик верхний. Все это я делаю обычно не за столом, вы же понимаете, крошки стеклянные, просто сейчас снимаю и всю эту хрень приходится делать на камеру. Очищаем прокладку передней камеры. В
Ага. Диме. Давайте перекинем дисплей. Так. Итак, я прикинул дисплей. Ничего не торчит. Вот. Рамка очищена. Это означает, можно лепить. Единственное, сейчас давайте проверим. Чуть-чуть гнутая. Здесь не совсем чуть-чуть. Ну, здесь нормально. Итак, наносим 7000. Так, это ерунда у нас. Может выпасть. Прокладка на камеру. Динамик. Непосредственно на дисплей, потому что на самой рамке места нету. Так, совмещаем отверстие. Ставим батарею.
Винты одинаковые, здесь заморачиваться не надо. Так, и... Так, сюда у нас идет заглушка. Через полчаса за ним придет уже клиент, поэтому до этого времени он должен подсохнуть. А следовательно, если мы сейчас поставим на зажим, у нас свежий клей, то он не высохнет. Поэтому мы сейчас дисплеем вниз ложим на сепаратор, буквально на 30 секунд. Здесь много клея высох, это мы все уберем, когда он высохнет. Ложим на сепаратор и ставим на зажимы крышку. Можно прилепить сейчас. Так, у меня остался один винтик. Вот отсюда. Застегиваем шлейф. Отпечатка. Обратно ставим заглушку. Так, ставим на сепаратор. И на 6 зажимов. Достаточно. Все. Как раз через полчаса подсохнет клей, задубеет. Снимаем пластик и отдаем клиенту. На все про все 55 евро. То есть получается 20, около 20 евро за замену дисплея. Всем спасибо за внимание, друзья. Это у нас Aquarius X, китаец. Оставайтесь на связи, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо за внимание, друзья, всем мира, на связи.